я хочу сказать, что во всех матчах на этом сборе, если мы говорим про игру основного состава, я более чем удовлетворен качеством наших атакующих действий. Потому что мы и много забиваем, и огромное количество моментов имеем. Даже в игре против «Динамо», где состояние явно разнилось между командами, на мой взгляд, мы создали, ну, как минимум, не меньшее количество голевых моментов, а может быть и больше. Вот, поэтому все, что касается атакующих действий, все достаточно стабильно, и, как бы, мне кажется, у нас в этом плане игра достаточно стабилизирована. Тренируется еще с прошлого года, с прошлых сборов. То есть Никита в команде уже больше года, поэтому мы наблюдаем за его ростом, за его прогрессом. Никита сегодня тоже показал, что он вполне готов на сборах, даже с командой, претендующей на выход в премьер-лигу, играет достаточно уверенно. Что касается обороны, то она всегда связана с состоянием, и могут быть различные ситуации, поэтому сегодня понятно, что не было каких-то там таких прям сверхглобальных проблем оборонительных, но все равно мы пропустили, я не очень доволен этим фактом.